Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Забираем какие-то тут монетки вроде бы. Так, ну что же, продолжаем. Где мы тут остановились? Ага, здесь. Значит, нам нужно идти далее. Смотрите, что у нас тут есть. Да ничего у нас нету, нам здесь нужно с вами сделать очередной бой. 43 свинской мощи. И я думаю, что нам пора немножечко здесь пошуметь. А почему бы и нет? Поехали! Не получая много повреждений и победи врагов быстро, чтобы заработать 3 звезды. Ух ты, ребят, смотрите, тут какие-то у нас аборигены нынче объявились. Ну, сейчас мы их будем наказывать. Поехали! Ух ты, довольно крепенькие оказываются они. Ну, я думаю, это нам не будет мешать, чтобы их одолеть, естественно. Так, давай-ка, птички, родные мои. Отлично сработано. Теперь вот этих начнем. Так, пол перчика мы уже накопили. Ох ты, смотри, что они делают. Ага. И почему-то у меня на птичку нельзя применить перец, как вы видите. Перечеркнуто. Интересно, почему? Это пока для меня загадка. Но вот этих вот охламонов надо обязательно разбомбить. Иначе будет плохо нам. Что, опять плеваться? Смотри, точно плюются. И то же самое сделали на Матильоне, а? Ну все, вам конец. Так, готовы. И этих, я думаю, нет, не добьем. Но, тем не менее, им останется всего лишь ударчик нанести. Вот так. Пускай отдыхают малыши, ну а мы с вами проходим этот уровень. Надеюсь, на 3 звезды. А ну-ка ся. Нет, к сожалению, только 2. Ну давайте крутить в любом случае барабан. Ну, получили, конечно, не особо. Ладно. Пойдет и так. Дальше главное нам, ребят, продвинуться, а там уже мы посмотрим, что будет. Ну давай, 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 быстрее. Ну что ты телепунькаешься здесь? Ух ты, прилетел маг. Что это еще он там выставил нам, а? Ребят, неужели очередной какой-то босяра? Скорее всего, так оно и есть. Кстати, давайте посмотрим, что у нас тут можно пособирать. Так, камни нельзя. Опа, копилочка лежит. Где наш пенек? Пенек тоже нельзя. Ну и, соответственно, наверное, ракушку. А, нет, ракушку можно. Тогда с нее мы забираем все. Отличненько. Ну и все, надо нападать. Давайте глянем, что тут за свинья. Со своими, так скажем, мощами. А ну-ка, все сюда перебазировались. 72 всего лишь-то. И награда рогатка. Это что-то хорошее. Будем пробовать. Ну что же, вот у нас и бой. Свинья довольно крупная, я смотрю. Мы делаем так, и вот так. И бомбим. Ой-ой-ой. Не нравится мне совсем. Это как мы мало отнимаем-то. Ёлки-палки, я даже боюсь представить, что будет, когда он накопит шкалу. Вот он ее накопил. С одного удара. Да ладно, завязывайте. Нам тогда его не одолеть будет. Ой-ой-ой. Как же это плохо. Так, перец не накопился еще. К сожалению, не накопился. Но пол хп все-таки мы уже отняли. Оу, ребята, оу. Походу дела тут все. Приплыли мы. Сейчас он еще сделает удар и мой бомб погибнет. Ёлки ты палки. Дадут? Оу, а у меня нет столько монеточек. К сожалению. Да, приходится проигрывать. Но есть один хитроумный план у меня. И я думаю, что вы догадываетесь, какой. Утешительный приз. Ага, спасибо мне за ваши 2 монетки. За 2 пятачка. Нет, я сейчас... По-моему, можно нанимать же, да? Насколько я помню персонажа. И сейчас мы с вами
кого-нибудь выберем достойного. Ну-ка, давайте посмотрим. К сожалению, не могу я никого здесь. Восстанет... Так, нежить. Восстанет через 23 хода после смерти. А почему такой мощный? Так, зарядка в течение 2 ходов. Наносит 456 единиц урона, восстанавливает 75 здоровья от нанесенного урона. Ого! Это... Как же я его тут должен победить-то тогда, а? Ну, это просто нереально в данный момент. А что-нибудь есть тут? Обходные пути какие-нибудь? Где тут можно еще побродить, а? Ну-ка, давайте-ка приценимся. Ну, давайте вот эту свинью разбомбим. Так. Получим хотя бы награду. Ну, интересно, а как же мне там надо... бомбить-то его, а? Столько хп. Эй, а где моя птичка-то третья? Вы чё? Что происходит? Я не понимаю. Где мои три птички синие, ёлки-палки? Какого лешего вы творите-то? Ну все, вам в любом случае. Так, давайте сделаем мой лавхил. Ух, лишь бы продержаться нам здесь, а? Кстати, да, мы, по-моему, не крутили с вами рулеточку еще. На, получи. Да что ж такое-то? Совсем кисло у нас тут обстоят дела. Очень-очень плохо. Давайте этого добьем. Так, и следующее у нас будет... Давайте вот это. Хе-хе-хе. Почему перец не накапливается, а? Чё проблема-то, не могу понять. Да на ты получи. Так, давайте отхиливаться. Вот незадача-то, не попёрла, как говорится. Упал. Ну что ж, хорошо, что ты упал. Ну-ка, у меня что-нибудь есть? Так, у меня есть коктейльчики. Это хорошо. Тогда, наверное, мы с вами сможем пройти все-таки. Надо было мне, наверное, зеленых атаковать сразу же. И не париться. Ну-ка, давайте попробуем. Ну да, в принципе. Их разобрать в первую очередь. Ну, а с этими сосунками мы уже справимся дальше. Так. И еще ударчик. И осталась у нас только лишь золотая свинка. Которая сейчас и погибнет. Все. Отмутузили. Ну да, и получаем, наверное, две звезды. Да, две звездочки всего лишь. Крутим. Блин, у меня из головы не выходит до сих пор, как нам проходить того зомбаря, а? Надо сходить к себе в этот... на базу и глянуть, что у меня там есть. Ежедневное подземелье еще какое-то. Только вот где оно? Следи за особо выгодными приложениями в магазинах. Так, зайти... Да не буду я заходить, вы уже надоели. Так, бесплатно. Бесплатно, давайте крутанем с вами. Вдруг что-нибудь хорошенькое нам выпадет. Так. Мартус Игнис. Ну-ка, что тут у нас будет? Бесплатное вращение. Первоклассная сумочка. Первоклассная сумочка. Ну, конечно же, будем ее одевать. Какой-то тотемчик носит с собой. Так, что у нас тут? Больше ничего и нету. Как это ни странно. Ладно. Так, что? Так, здесь еще каких-то два. Ну, это мы все забираем. Попроси у друзей бесплатные знаки дружбы. Так, еще что-то, что ли, здесь? Не могу понять. Так, вроде бы все. Больше нам ничего не доступно. Только вот у Чака почему-то знак вопроса горит. Я не понимаю, почему. Что ему опять не нравится? Хм, странно. Тут все нормально. Тут тоже хорошо. И здесь замечательно. А чё ж тогда надо-то?
Ладно, ребят, короче, давайте пойдемте выходить. Я не знаю, куда там надо идти, но... Того свинью, ту свинью мы не сможем с вами победить просто так. Вы сами видели, сколько он ударяет. Какой у него сильный удар. Так, и здесь мы тоже нигде не можем пройти. Да что ж такое-то? Так, а это что такое? Ага, тут все у нас продано. Замечательно. Ничего нету, ничего не осталось. Этот сундук мы с вами забрать не сможем. Ну и встряли мы, а? Ну а здесь что? Этот сок из ягод. Мне он тоже сейчас не нужен, по идее. Ну а здесь... Так, смотрите, здесь у нас шапки. Самурай и друид. Ну давай возьмем эту. Так. И тут вроде бы как все, тупик или нет? Дальше мы с вами пройти не можем. Вот это да, вот это засада, ребят. Действительно, что нам нужно как-то проходить через вот эту свинью. Бумажный меч, жезл, бутылка. Я даже могу что-то купить. Но зачем? Пока мне это не нужно. Ну что, неужели придется нам еще раз пробовать, а? Птичья арена. Чтобы добраться до птичьей арены, необходим корабль и одобрение Тернса. Ищи дальше. Еще арены здесь будут, что ли, ПВПшки? Вот это круто. Ладно, придется идти к этой свинье. Ну как ни крути, я не знаю, как нам ее победить. Отхил здесь не поможет, значит, нам надо делать что? Самых максимальных брать воинов. И это, наверное, будет вот так, да? Сможем мы одолеть или нет? Короче, давайте пробовать. Была, как говорится, не была. Эх, будем сейчас с вами употреблять куски пиццы. Что он мне предлагает за 15 монет покупать? Нет уж. Перебьюсь. Ой, как же мало он бомбит, а? Ну-ка. Почему-то мне кажется, что щит этот не поможет нам. Опять задумался, и все, и потом он бумкнет. Причем довольно сильно бомбанет-то. Ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас треснет. Ух ты, выдержали все-таки удар. Вдруг все-таки у нас с вами появится шанс как-нибудь пройти. Так, он опять задумался. Давай, Ред, ставь. Так, еще усилим атаку. И вот так. О, весь трис, неплохо. Тихо-тихо, не бей. Ух, выжили. Ну что ж, давайте тогда, наверное, мы вот так вот попробуем сделать. Сколько от нее? Оу, довольно неплохо. И он еще в отключке. Должны пройти, ребята, должны. Ну, добивочный, срочно. Есть, все, очень даже хорошо. Все-таки нет тут непроходимых воинов. Ну, две звезды дали, опять же. Дайте рогатку мне вот эту вот. Опа! Прям как по заявочке. Все дали. Так, ну и что же, хорошо. У нас открываются дальше просторы, и мы будем с вами продвигаться и смотреть, что нас ждет впереди. А ждет нас впереди неизведанность. Так, здесь-то что можно приобрести? Ага, смотрите. Ракета-сюрприз. Это для бомба. И форма для кекса. Слушайте, вот ракета-сюрприз, наверное, будет хорошо, да? Ну-ка, давай возьмем. Все, ну, для крафта мне почему-то кажется, что у меня не хватит.
ресурсов, а мы с вами вот сюда передвинемся. И тут нас поджидают какие-то обычные индейцы. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Я надеюсь, что мы их победим. Мы обязаны просто это сделать. И у нас очередной бой. Ага, вот они, эти индусы. Давайте сделаем так. И вот так. И начнем, наверное, вот с тех. Ого. Жирненькие они, однако. Не получится, наверное, бомбануть. Ладно, сейчас попытаемся. Ну-ка. Да, не хватает чутка. Ну, хотя бы одним отрядом меньше. А вот эти, кстати, можно, в принципе, разбирать. Они салабончики вот эти вот маленькие, без перышков. Наверное, мы так с вами и поступим. Ну-ка. Готовы. И вот этих вот. Дочикаем по-быренькому. Не получилось маленько. Ну да ничего страшного. У нас есть перчик, почему бы его не использовать? Все равно пропадет. И добиваем. Нет, не добиваем. Все еще живут партизаны. Да нате получите. Все, победа за нами. И скоро, кстати, у нас, смотрю, назревает новый уровень. Совсем немножко осталось накопить. Так, крутим рулеточку. Ну, ладно, пускай будет так. Удерживайте на объекте, чтобы получить информацию о них. Ну, это мы уже запомнили. Так, и что у нас тут дальше? Смотрите, какая-то ракушка лежит, но нам ее почему-то пока еще нельзя активировать. Так, 108, свинская мощь. Смотрите, ребят, здесь у нас какие-то уже пошли шаманы. Как же я не люблю вот этих всяких здоровых боссов. И здесь у нас, здесь у нас, ребята, будет три волны. Как-то не особо меня это все радует, если честно. Будем разбирать вот этих молокососов для начала. Да-да-да, именно вот этих вот мелких подшныриков. А потом уже займемся теми индейцами. Так, они уже тут начали копить магию. Ну, как бы не так. Перебьетесь, я думаю. Ну, Матильда, добьешь? Молодец, умница. Следующая волна. Кто тут прибежит? Оу. Как-то меня это не особо радует. Давайте вот с тех зданий начнем. Ой, он сейчас будет думать, а потом, наверное, как бомбанет. Мы можем, в принципе, сейчас... Нет, не хватает у нас, к сожалению. А я уже... Вот. Вот теперь... Хотя, кто там последний босс, я тоже не знаю. Так, ладно, давайте вот эти все-таки разбирать. Чуть-чуть не хватило. Так, на следующий ход он бомбанет. И он настроен... Бить Матильду. Вы представляете? Он хочет поднять руку... Точнее, свою палку с сыром на мою Матильдочку. Ой-ой-ой-ой-ой, как же тебе не сладко, моя малышка. Давай-ка я тебя подлечу маленько. И будем этого кабана жирного дальше бить. А он пока будет думать, мы его и разберем. Так. Вот так. И атакуем. Ну, ему еще один ударчик. И он готов. Давай делаем. Так. Все. Мы его победили. И последняя третья волна сейчас прибежит. Кто там у нас будет, я ума не приложу. Ну, здесь мы сделаем с вами вот так вот. Используем перец. Ёлки-палки, я думал, хоть кого-нибудь мы сразу подобьем. Но не тут-то было. Эх, выжили. Смотри, все на Матильду, а. Опа-на. Шаман, ты не припухли. Не получилось, малька. Так, ну а теперь и самого шамана можно разбирать. Шикарно. Так, он сейчас будет думать, мы его в этот момент и чикнем.
надеюсь, успеем. Да-да, Матильда должна добить. Готов. Ух, прошли все-таки мы. Получаем сколько звезд? 3 звезды, замечательно. Значит, есть шанс на хороший ревок. Опа-на. Замечательно. Дальше идем с вами продвигаться. Я, правда, не помню, что у нас там будет, но сейчас увидим. Куда-то мы там... мы же с вами идем туда, в коралловый риф. Куда-то... Что? И мы получили с вами еще уровень. Мастерство повышено. Здоровье и атака еще на 2%. Подняли мы себе. Так, давай сюда, выплевывай всю эту гадость для меня. Так, и нам надо продвигаться вот сюда. Что? 27 всего лишь-то? Что-то вы меня, ребят, по-моему, насмешить захотели. Это ж салабончики. Сейчас их... их тут трое. Ну, все равно салабончики. Давайте вот так вот начнем. Да, буквально на 2 хода каждого, и они будут готовы. Не тут-то было. Сосунки. Получи по полной программе. Так, Матильда, добивай. Ну, я же сказал, добивай. И бомб мой будет... Вот этого, да. Центрального бить. Так. Лишь бы птички мои не погибли, вот эти вот. Великолепная, так скажем, троечка. Они у меня такие довольно сильные. Поэтому как бы... Вот, бейте бомба, да, он у меня идет как танк. Ему пофиг там на все. Выдерживает любые виды атак. Ну что же, продвигаемся с вами еще дальше. Крутанем. Что-то мне сегодня везет на... Ревард. 3 рулетки подряд мы получаем по максималке. Опа, это что такое у нас тут? Так. На шаре куда-то поплыли. Что-то задумал этот здоровый птенец. Неужели мне доступна арена? Коснитесь. Так, коснулся. И что ты нам предложишь? Такое ощущение, что арена открылась, ребят. Сейчас мы, конечно, глянем. О, проснулся. Салют тут начал запускать. Новая птичья арена. Вступи в турнир на арене и сразись с командами других игроков, чтобы получить предметы арены. Ну что ж, я... Только рад. Сундук с вещью из комплекта. Воспользуйся первыми 2 специальными предложениями и получи этот сундук бесплатно. Вот этими, да, предложениями? Нет уж, спасибо большое. Я не хочу. Побежденный в боях на арене птица возвращается в строй через некоторое время. Ох ты. Тут еще бесплатно можно. Что-то не дают мне. Говорят, коснись и все. Сколько? У меня 237, а тут Свин Хрякович 158. Ну давай попробуем один бой-то сделать. Я здесь на арене не был. Оу, ёк-лэ-мэ-нэ. Я начинаю. Так, а почему именно я должен Чака атаковать? Странно как-то все это. Ну и последний, я понял, добивает. Через 3 хода. Да вы посмотрите, как он разобрал. Ну, чего-то там. На кого-то показываешь мне. А, все правильно. Что-то мне такое впечатление, что мы здесь проиграем. Так, ну давай. Вот так вот. И вот так вот. А, уничтожьте вражеский флаг! Ёлки ты палки! Тут нужно, значит, флаг уничтожить. Давай-ка сделаем так. И вот так.
Да успокойтесь вы уже. Ну-ка дай-ка я бомбану здесь. Да. Особо не помогло, ребята. Вот псих-то, а. Слушайте, это реальный игрок или... или кто? Ну давайте вот эту бомбу заколбасим. Так. И Чака. Тоже мне бомба заколбасила, а? Ну что ж, давайте тогда будем добивать Чака. Он потихоньку мне атакует флаг. Как я посмотрю. Есть, есть еще небольшой шанс. Хотя, навряд ли уже шанс. Никаких шансов не будет. Ну-ка, так. И вот так мы сделаем. Так, на Матильду прыгает, а? Давай вот так вот сделаем. Хе-хе-хе. Че, не ожидали? Да хорош уже, успокойтесь. Что он тут опять психует? Оу! Оу, ёлки-то палки. На, бомб, получи. Хорош тут выделался. Надо флаг, флаг уничтожать. В первую очередь. Ну кто-нибудь там восстанет, а лежат они, расслабляются. Давай этого хряпс. Не добили. На. И кого бы нам... Ну давайте Чака, хорошо. Говорили. Так, опять у него бомб ожил. Так. И что же нам сделать-то? Давайте флаг я атаковать. Все, буду атаковать флаг. Отлично. И... Так, еще удар. По флагу. Нормуль. Так, это что он там такое сделал? Защиту? А ну-ка. Бомб. Взорвито. Ядрени фени. Все. Победа за нами. Ха-ха. Шикарно. Ух ты. Какие-то кубки тут. Так, смотри видео сейчас. Не буду я ничего смотреть, никакое видео не надо. Станет известно, перешли ли вы на более высокую или низкую лигу. Поздравляю с победой. Введите свое имя, пусть все узрят твою эпичность. Ну что ж, давай. Так. Бесплатно. Можно, видимо, посмотреть... Ой, крутануть копилочку, я так понимаю, да? Оп, вот она, лежит. Давай, бесплатно мне вращение одно. Что это такое? Символ апатии. И для кого? Так, я что-то не пойму, что это такое? Птицы, атакующие флаг, не могут использовать яростные способности в течение 2 ходов. Даже так? Ну ладно. Согласен. Ну что же, я так понимаю, можно, наверное, отсюда выходить или тут что-то нужно в обязательном порядке делать. Ежедневные задачи. Осталось 5 дней. Не, ребят, давайте, наверное, с вами пойдем все-таки делать основные задачи. А... Про арену, если кто из вас знает, можете мне отписаться в комментариях, что она дает, да и вообще в чем суть ее. Ну, а мы пойдем пока на основное наше задание, где оно? Где мы с вами остановились? Где-то, блин, да куда? Куда же она делась-то? Ага, вот здесь вот где-то. Так, у нас тут, смотрю, свин-ковбой какой-то. Оу, хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Не-не-не-не-не, на него мы не будем. А вот если мы сюда перейдем. Ну вот это уже по-нашему. Нифига там 200 мощей. Ну что же, сейчас эти хламоны у нас получат по первое число. Давайте сделаем так. Вот так и начнем. Ага, здесь опять несколько волн. Три волны будет. Это плохо. Так, отлично. Ну, в принципе, наверное, на следующий ход мы его добьем. Если успеем. А вы знаете, по-моему, должны успеть. Чуть-чуть не хватит. Сейчас звезданет бума. Бомба, точнее, моего. На-ка, получи. Так, вторая волна на подходе. Ну. Ёлки-палки, опять какой-то супер-шаман. Где тут у меня коктейльчик? И, наверное, мы вот так вот сделаем. Ой, а зачем я перец использовал? Ну ладно. Как говорится, была, не была. Да что ж такое-то, не успел одолеть этих мелких ханориков. Так, ну-ка, отсюда, молодец. И теперь вот этого вот здорового свина надо гасить. Успей, нет. Он, кстати, на бума нацелился. Надо его отхилить, потому что я думаю, если он ударит, то нам мало не покажется. Все, сейчас звезданет. Фу, ну хоть выжили, и то ладно. Так, Матида. Отлично, справилась. И последние ханорики. Тут у нас маг и обычный свин. Я даже не знаю. Ну, давайте вот так сделаем. Ух ты, какие они тут мощные. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже боюсь представить, что будет. Да отцепись ты, что это он? Ага, сделал подхил. А ну-ка. Никаких подхилов вам. Слушайте, этот сейчас у меня наметился на моих синих птичек. На следующем ходу бомбанет. Так, ну не тут-то было, я думаю. Мы, наверное, успеем его. Ну, бомб, давай, атакуй. Замечательно. А этот сейчас по всем звезданет. Хо-хо, ну мы-то выжили. И теперь у меня синенькие будут бомбить. Что ж, довольно неплохо. Так, и отхил. А он еще к тому же и оглушен был. Это только нам в плюс. Сейчас мы его быстренько разберем. Даже не думай тут хилиться или еще что-то махать своей палочкой. Готов. Огурец. Все, прошли. Получаем с вами звезды. Три звезды, замечательно. Крутим рулетку. Как обычно, все по стандарту. Так. Сейчас посмотрим, что у нас там впереди, какие враги. Ну давай, 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 быстрее. Интересно, я вот все думаю про эту арену. Что там за аренские шмотки можно получить? Так, здесь, по идее, что это за свинья такая, а? Крупная, не крупная. Можно вот сюда сходить. Здесь у нас, я так понимаю, будут новые, наверное, рецепты или еще что-нибудь в этом роде. Ну-ка. Да, давайте этих разберем. Почему бы и нет? Ой, сосунки. Так, отхил. Атака. И давайте вот с этих мелких. Ну, хорош уже. Что-то уж больно круто они начали. Так, ну-ка. Вот так вот. Готов. Мелко, вот как тоже. Добьет, нет? Не добила ты, София. Ой, София, опять это София ко мне. Матильда, конечно же. Какая София еще, я не врублюсь. Никак. Так, давайте вот того дальнего. О, на удар. И у нас с вами накопился перец. Ну, я думаю, мы им даже... Хотя лучше воспользоваться на всякий случай. Ну что, оглушили? Оглушили. И добиваем. Отлично.
Да, денежек у нас, конечно, очень и очень мало. 3 звезды. Шикандос, что я могу еще сказать? Ну, не получили мы супер рогатку. Ничего не поделать. Ну, главное, что мы продвигаемся с вами далее. Какие-то махламоны у нас будут на пути. Сейчас увидим. Хотя какие, здесь у нас никого не будет. Здесь вот что у нас такое. Канонир. О, это для бомба. Ну, извините меня, 250 пятачков, а у меня всего 54. Не хватает всего ничего. Ну-ка, а здесь что у нас? 45 свинской мощи. Ну что ж, давайте тогда разбомбим. Я думаю, а, тут, наверное, сейчас будет несколько волн. Да? Нет, смотрите, как-то ни странно, никаких волн вообще нету. Вот это уже другой разговор. Так, этот там думает, а этот атакует. Так, мелкие сошки пошли. И радуюсь еще чему-то. Чему вы радуетесь-то, а? Вот так вот. Так, этого добиваем. Нет, не добили чуть-чуть. Капельку буквально не хватило. Этот что-то хочет замутить. И этот начал в раздумке, да? Не нравится мне это все. Ой, как не нравится. Ну-ка. Нет, наверное, мы не успеем забомбить. Жаль, конечно же. Очень-очень жаль. А нет, успели. Успели, ребята. Этих индусов мы вальнуть. Первых. Атака. Еще атака. Блин, ну мотили, ну. Эх, сейчас звезданет. Что он делает? Ага, призвал подмогу себе. Ну что же, извините тогда, ребята. Придется вас бумкнуть. Что-то слабо как-то бомбанули. Если честно. Да ну, хорош. Даже не добили, а. Так, атакуем. И вот этих вот. Все, замечательно. Главное, прошли. Уровень, что ли, получили или не показалось? Так, ну это победа понятная. Колесо вращайте, вращаем. Опять нам не выпало. Хорошего ничего. Нет, наверное, показалось. Там, значит, чуть-чуть не хватает до нового уровня. Ну давай, давай, не томи меня вот этой вот продуманкой своей. Так, напоминать. Не пропусти ни одно эпическое событие, ни одну чудесную награду. Отправить напоминание, не напоминать. Ну давай, отправим напоминание. Так, ну что ж, ребята, давайте тогда на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, а мы продолжим в следующей серии играть, и я думаю, что здесь у нас еще очень и очень много чего будет интересно. Ого, как нам и туда идти далековато. Ну, в общем, увидимся в ближайших сериях. Все, всем пока.